Сегодня у нас тема «Секреты стилей». Эта тема очень сложная. По поводу секретов можно говорить очень долго. Я затрону небольшую тему двойных действий, то есть одновременно блока и удара. Покажу, как это можно развивать, как это можно применять. Покажу кота, в который используются вот эти двойные действия. Шоринрю отличается тем, что очень часто в катах используются двойные действия, именно когда одновременно блок и удар. Вот сегодня будет моя тема на этом. Здесь уже столько много рассказали. Я чуть-чуть добавлю небольшое свое видение и небольшую такую подготовку мы с вами проведем. Тайны в каждом стиле есть свои, они заключаются во многом тем, что кто как использует технику. Одни считают, что надо бить с бедра, другие с плеча. Третьи говорят, что надо в основном выделять более острые места. Другие говорят, надо более широкие места выделять, более сильные, короткие углы выставлять. Поэтому так сказать, что вот какие у вас секретные техники и что отличает вот один стиль от другого, в принципе, одно и то же. Как говорится, все черпает из одного чана, только каждый пьет, вот взяв, допустим, крюшон, каждый нальет из него чашечку крюшона, попьет и скажет, о, лимончиком надают, другой попьет, скажет, мандаринчиком, третий скажет, о, немножечко вишенки есть. Каждый выбирает то, что ему нравится и то, что ему удобно. И поэтому стили стали развиваться из того, что человек более высокий, сильный, он одни вещи задействует, более низкий человек, другие вещи задействует. Но есть общие принципы, которые остались. Один из принципов я затрону по поводу защиты. Считается, что такие вот основных три таких критерия защиты. Какие вот есть критерии? Вот человек вот бьет, другой защищается. Весь смысл, кто бьет и кто защищается. Можно сделать блок и контратаку. Самый простой уровень защиты. Меньше внимания, ну хотя внимание тоже должно быть, но более адекватно для ума, меньше затратно для психики, потому что проще сделать одной рукой движение, другой рукой. Следующий уровень повышается, когда вы делаете два движения одновременно. Когда вы делаете два движения одновременно, когда вы убираете, одновременно бьете, сокращается время. Если первая часть товарища вас бьет, у вас есть время увидеть, у вас время заблокировать, у вас есть время, вы можете это догнать, это одно. Второй вариант, человек начинает быть более быстрым, и он, допустим, находится или с оружием, или более хитрый, а вы менее опытный. Поэтому поступает вариант именно двойной. И третий вариант, это когда вы опережаете. То есть вы видите, человек начинает двигаться, вы сразу вставляете вперед руки, ноги, и вы встречаете его до удара. Поэтому, вот, как сказать, три основных вот таких вот принципа. Я сегодня затрону второй принцип, именно когда одновременно две руки. Сегодня уже много о нем говорили, да. Но чем, я считаю, он хорош для того, чтобы его использовать, он еще развивает нейронные связи. То есть у нас, когда происходит какое-либо действие, мы с вами вот знаем, что можно руку протянуть, там, убрать, защититься, ударить. У нас сложились нейронные связи по поводу движений. Когда мы это делаем с одной рукой, это проще. Когда мы это делаем с двумя руками, тем более, когда две руки делают совсем противоположные вещи, это гораздо сложнее. У вас в голове начинает как раз вот работа тех нейронных связей, которые сочетают, и организм ваш выстраивает в одно целое. Не так, чтобы правой рукой заблокировали, левой рукой ударили, левой ногой ударили, а у вас действует все вместе. Это все равно, что как вот осьминог ползет, у него 8 ног, он будет думать, как я правой ногой, левой, 4, 5, 6, 8, он запутается. Он двигается сразу всеми ногами. Он сразу передвигается. Та же самая здесь. Миша, сам можешь? Да, вот мы с Михаилом, не торопясь, покажем, да, с вами, да, не торопясь. Скорость сейчас небольшая, сейчас мы попробуем буквально в таком. Значит, вас товарищи атакуют спокойно любыми движениями. В голову, в среднюю секцию, вниз, сюда, в ракет, вот все, что угодно. То есть вы посмотрели, да, потихонечку, видите, одна рука, потом вы можете ударить. А теперь мы с вами вместе начинаем срабатывать. У нас с вами проходит два движения. Причем одна рука, та, которая защищалась, она у нас после этого будет нас бить. Прошла вторая рука, вот это у нас бьет рука. И эта рука бьет. И эта рука бьет. И эта рука бьет. И эту рукой мы пошли. Сюда рукой пошли. Сюда рукой пошли. Сюда рукой пошли. Сюда рукой пошли. Здесь рукой пошли. Не торопясь. В чем есть принцип? Если вы будете бить
просто вот так вот одним распределением руки, это одно. Здесь вам надо вложить плечико, положить плечо. Еще раз, да. Вот так вот будет у вас нереально. Вот если вы то же самое, видите, с плечом сделали, да. То же самое с плечом сделали. То же самое сделали с плечом. Вы можете подобрать руку, сделать сюда. Вы можете встретить руку, сделать сюда. Вы можете подойти локоть. Вы можете оторвать ногой. Сейчас взяли партнера, не торопясь. Товарищ, у вас потихонечку руками. Постараемся две руки сразу. Турин-рю очень часто используется в катах, на ханчин. Очень часто вот эти двойные блоки работают. Двойные блоки очень часто, очень популярны. Сейчас я вам покажу ката Ойнамари Пасай называется. Это стиль Тамари Те Пасай. Сделал Окан. Окан Сакенда, кажется, был такой мастер. Она считается одна из первых версий Пасай. Очень интересно то, что она много пальцев. Мне кажется, что какой-то корень есть немножечко вот в китайском стиле, в Уичерю. Ну, они все эти из Китая, да. И там тоже очень часто присутствует двойной удар. Ойнамари Пасай.